Оценим достаточно высоко потенциал наших производителей и вообще всего бизнес-сообщества и предприятий Тверской области. У нас есть крупные экспортеры, которые традиционно, это Тверской вагоностроительный завод, это переработчики и крупные предприятия, которые работают в лесхозяйственном комплексе. Сегодня мы говорим о том, что у нас появилась и сформировалась новая устойчивая тенденция по экспорту. Это пищевая продукция. У нас Дмитрова гора, компания «Коралл» и другие уже участники рынка стали иметь такие достаточно хорошие, качественные амбиции по экспортерам. И средний и малый бизнес, который сегодня тоже выходит как потенциальные участники этого рынка. Что касается полиграфии, действительно, никому не секрет, что на территории Тверского региона есть несколько предприятий, которые являются лидерами, в том числе компании, которые печатают учебники, книги, полиграфическую продукцию. Она поставляется в соседние страны, в том числе в страны, которые являются членами Евроазиатского, Евразийского экономического союза. И исходя из того, что тенденция позитивная, мы считаем, что такое направление, как полиграфия, потому что это высокотехнологичные предприятия, работают на нашей территории. Вы знаете, мы открывали позапрошлом году несколько линий. Они не просто могут, они должны поддерживаться с точки зрения стимулирования экспорта. Поэтому мы считаем данное направление и уверены в этом будет активно развиваться.